Такая серьезная дама. Вот. Пойдем покушаем, да? Как вы уже поняли по названию ролика, у нас грандиозный переезд. Да-да, это свершилось. Мы продали квартиру. Ну, сейчас в процессе продажи. То есть нам уже дали задаток. Мы уже на фоне завершения всех документов. И ну, вроде как все идет по плану. Вот, осталось только нам пойти к нашему застройщику и договориться, забрать ключи, договориться о ремонте. Вот, ремонт будет идти 2 месяца. Мы в этот промежуток времени снимем квартиру рядом с работой мужа. Вот, и сейчас вот мы будем собираться потихонечку. Давай сюда с тобой садись. Вот так садись. Все, будем с тобой. Как понять, что человек старый? Так и поеду, да. Зато удобно. Где Милена? Ой. По-моему, а вот она. Да. Посмотри на маму. Какая ты красотка. Что ты делаешь? Кстати, я знаю, что их надо засовывать в куртку. Просто мы вышли, ну, я думала, будет не холодно. Думала, если повезет, то этот, я играю с камерой. Если повезет, то засуну. Ой, то одену вот ее. Но, в общем-то говоря, повезло. Яблочко вкусное. Милена! Милен! Не надо одевать мои ботинки. Иди сюда. Сейчас будет супермонтаж. Все, мы переехали в съемную. Ну ничего. Ой, Шамиль, вот это вот. Да, 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 пойдем. Ну, Милен пойдет? Нормально? Ты пойдешь посмотреть? Милена мне помогает. Очень сильно. Сейчас быстро тут все поставлю в заморозку. Да,
чувство, когда переехали на пару месяцев. Опа! Просто вся квартира в вещах. Да, Милена. Мне кажется, я амбассадор уже этих прокладок лактационных на грудь. Я все кормление их ношу уже годы два. Вот мы и попрощались с нашей квартиры. Она нам принесла много счастья. Во-первых, мы начали там жить с мужем. Далее поженились. У нас родилась прекрасная дочка. В общем, все очень круто, все классно. Конечно, немножко тоскливо, потому что очень-очень много позитивных моментов вспоминается. Как мы все там перестраивались из советской квартиры, сделали более-менее нормальное уютное гнездышко. Мы перед тем, как уехать, я попрощалась с квартирой, сказала, чтобы она нас отпустила, чтобы она впустила в себя новых хозяев и чтобы у них также много прекрасного было в этом доме. Вот так вот.